сада Меканопсиса буквицелистного с похожими на мак цветочками разнообразит цветники своим необычным оттенком. Растение с огромной популярностью используется для украшения тенистых садов и альпийских горок. Этот сорт достаточно морозостойкий. Его цветение не останется незамеченным, начинается в июле, а в конце августа уже можно собирать созревшие семена. Цветки Меканопсиса буквицелистного чаще голубые или насыщенно-синие, в диаметре достигают 10 см. В высоту кустики могут вырастать до 1 метра. Особенно понравится это необычное растение любителям экзотических и диких цветов. Меканопсис буквицелистный это травянистый высотой 60-80 см. Цветет растение в месяц июнь и июль. Окраска цветка небесно-голубая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 4-11 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.